Привет, YouTube! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Лео. Сегодня мы будем делать первую реакцию на этого удивительного певца по имени Димаш. Если вы не знали, я большой фанат Димаша. Он из Казахстана. Если вам хорошо видно, вот эту футболку я купил на его концерте в Нью-Йорке. Я уже смотрел много его видео, пересмотрел целую кучу. Даже смотрел реакции других людей. Это будет даже больше не реакция, а мой анализ. Моя попытка показать вам, что я чувствую к этой песне и к его выступлению. Обладатель Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2015» Димаш Кудайберген. Такая прекрасная сцена. Просто огромная. Вот это страсть. Извините за это. У нас небольшая пауза. Извините за рекламу, которая выскочила. Мне так нравится вот эта часть. Я про переход с его нижнего регистра до самого края его верхнего регистра. Это же просто восхитительно. Не каждый может такое сделать. Это по-настоящему редкий случай — иметь такой контроль над своим диапазоном. Он — это раритет. Такой особенный человек, и я его так сильно люблю. Мне нравится его высокий голос и низкий голос. Большинство певцов с преобладающим верхним регистром не могут позволить такой контроль над своими низами. Чего уж тут говорить, это впечатляет меня. Также этот высокий голос... Я не помню слова, у меня тут нет субтитров. Но насколько я помню, там что-то говорилось о птицах, о пении птиц. И он здесь поет прямо как птичка. Я словно в рай попал, в каком-то смысле. Смотрите на это, на его мощную позу. Он взял и вытянул микрофон. Просто гляньте на его профиль, на выражение его лица. Он открыл рот, чтобы звук резонировал, и закрыл глаза, чтобы чувствовать музыку. Он здесь реально выражает эмоции. Он восхищает меня не только как певец, но и как артист. Артист с большой буквы. Продолжаем. Обожаю эту ноту. Барабаны. —
А здесь это чистейшая импровизация. Именно для этого выступления. Потому что он не делал такого в других версиях. Я про версию Сингера. И это безмерная нота. Какого Хуан Хэ? Каждый раз в шоке. Неважно, сколько раз я это смотрел. Потому что это переход с пятого регистра на ноту Ре6. И сейчас это уже почти свист. Просто выпускает воздух. Мне нравится этот контраст между тишью и громом, как здесь. Полный голос. Святой Будда. Боже ты мой. Мураши от Димаши. Посмотрите, как близок к рту микрофон. На его последней ноте. Он выпускает воздух и делает это спокойно, но с чувством. Wow. Потрясающе. Я думаю, вот это выступление — это что-то за гранью совершенства. Версия с 2017-го тоже хороша. Но здесь все просто безупречно. Каждая нотка взята идеально. С нужным количеством контроля, воздуха, громкости. Да тут сложилось все. Я просто не могу описать словами его вокальные способности.